Сегодня вся Украина объединилась и встала в поддержку Савченко. В каждом городе Украины, в каждом поселке Украины пройдет молитва за поддержку Савченко. В это время мы должны объединиться, мы должны стать одним единым. Нам надо быть смелыми, нам надо быть едиными. Я хочу, чтобы моя мечта, она не умерла. Я хочу видеть реально, как возрождается Украина. Я хочу видеть, как разрушаются планы Путина. Поэтому я призываю вас, откажись, пожалуйста, от чего-то. От чего ты можешь отказаться? Сегодня. Откажись. Тот, кто может, потерпи до завтра. Молитва. Слава Україні! Прошу вас, давайте помолимся этой молитвой вместе со всеми. Вы помолитесь? Помолитесь, пожалуйста. І ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Месседж до нее дойдет. Мы через депутатов от нашей партии передадим ее. И она всем вам передает привет и очень благодарна за то, что вы вышли и поддержали ее. Это очень важно для нее. Ей это сейчас нужно как никогда. Это больше, чем еда, больше, чем свобода. Ей нужна наша поддержка. Поэтому, Надежда Савченко, я призываю тебя отказаться от голодовки, начать прием пищи. Ты нам нужна живая. Я верю, что это скоро закончится. Этот режим падет, и мы с радостью встретим освобожденной от этого режима.